Дубаджо. И здесь, конечно, сюрприз, потому что Дубаджо это центральный защитник. Смотрим. Прямой удар. Штанга. И еще удар. Ну вот теперь уже можно говорить о серьезном давлении на ворота, о том, что пытается зубами рвать. Ну, у меня тоже зубы, будь здоров. И пальцы, этими самыми пальцами, мне кажется, все-таки коснулся сейчас мяча Илдени Купович. Да, посмотрите, перевел мяч в штангу. Давайте еще раз смотреть на этот сумасшедший сейв Элдина Якуповича. Штангу Элдин Якупович. И опять же реакция. Ивоби. Хорошая атака может получиться. Есть пространство. Ивоби делает передачу налево. Уэлбек. Удар! Опаснейший эпизод и сейф Якуповича. Что творит швейцарец сегодня? Это мы его научили. В Локомотиве, так сказать. В Локомотиве, в футболе. Ну, не мы с Михаилом, хотя это было бы еще приятнее. И здесь, обрати внимание, рикошет. И как смог среагировать на этот удар Якупович? Уму непостижимо. И 4 минуты, даже если не забить еще, будет время на 2, 3, 4 атаки. Ну, сейчас Алексис Санчес нам покажет. Разогнал всех от мяча. Болельщики на ногах, они тоже все понимают. Санчес, массированная стенка. Санчес, удар, Якупович! Не надо портить бенефис Якуповича. В конце раза 3 просто в невероятных ситуациях.